بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله يقدم من يشاء بفضله ويؤخر من يشاء بعدله، لا يسأله مخلوق عن علة فعله ولا يعترض عليه ذو عقل بعقله. والصلاة والسلام على نبينا محمد الذي جاء بالقرآن كالشمس في ضحاها وبالسنة كالقمر إذا تلاها، فمن سار على نهجه واهتدى بهديه صار في نور نهار إذا جلاها، ومن أعرض عن هديه وتمادى في غيه تاه في ظلام الليل إذا يغشاها. Уважаемые братья и сестры, в аятах, которые читал наш уважаемый шейх Аятуллах, Аллах Субхану ва Тааля поочередно обращается, в первую очередь обращается к верующим. «Я айюха ладзина аману» – «О верующие». Это называется «нида ушараф» – обращение почета. Самое лучшее, когда мы открываем с вами Коран, можем там увидеть обращение к себе «О верующие». Обращается к верующим и говорит: «Ку анфусакум ва ахликум нар» – «Оберегайте себя и свои семьи от наказания ада». То есть призывайте свои семьи к поклонению Аллаху Субхану ва Тааля, призывайте свои семьи к молитве, к посту, к чтению Корана. В другом аяте Аллах Субхану ва Тааля говорит: «Ва'мур ахляка бис-салати вастабира алейха» – «Повелевай своей семье молиться и проявляй на этом терпение». То есть Аллах Субхану призывает нас, чтобы мы, как главы семей, также мы ответственны за своих супруг, за своих детей перед Аллахом Субхану ва Тааля и должны дать им, своим детям, хорошее тарбия и также призывать их к поклонению Аллаху Субхану ва Тааля. После этого Аллах Субхану ва Тааля обращается к неверующим и говорит: «Ля та'тадиру льём». То есть неверующим в судный день Аллах Субхану ва Тааля скажет: «Сегодня вы не оправдывайтесь передо мной». То есть у вас было время уверовать в меня, в одного Создателя, а поклоняться только одному мне, не предавать сотоварищей. Но когда уже вы сейчас, я вместе собрал судный день, у вас нет оправдания. После этого Аллах Субхану ва Тааля опять обращается к верующим, говорит: «Тубу илляллахи таубатан насуха». И это именно сегодняшняя тема нашего вечера – покаяние. О верующие, кайтесь Аллаху искренним покаянием. Уважаемые братья и сестры, сегодня, альхамдулиллах, мы вместе Рамадан. Вместе Рамадан – это шахру тауба, шахру истигфар, шахру магфира, шахру القيام والصيام قراءة القرآن месяц رمضان это чтение Корана, выстояние молитв, прочтите у Аллаха Субхану покаяние. Пророк Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям كما في صحيح مسلم: «Тубу إلى الله واستغفروه فإن أتوب في اليوم 70 مرة». Как пророк Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям обращался к сахабам и говорил: «Просите у Аллаха покаяние, кайтесь ему, просите прощения, поистине я в день 70 раз прошу прощения». В другом ревайте от Бухари говорится: «Атубу илляллахи вастагфиру миат марра» – 100 раз прошу прощения. Кто просил прощения 100 раз? Тот, о котором Аллах Субхану ва Тааля сказал: «Лиягфира лака Аллаху ма тақаддама мин дзанбика ва ма тааххар». Аллах Субхану ва Тааля все твои грехи простил, все, что ты сделал, все грехи твои прощены, я Расулуллах. Несмотря на этого, Умуль Муминин Аиша радиаллаху анха ночью просыпается и не находит рядом с собой супруга, посланник Аллаха саллаллаху алейхи салям, и начинает ревновать его, подумала, что он у других жен. А если ему ей не ревновать, это нормально. То есть супруга ревнует своего мужа. Если не ревновать посланник Аллаха саллаллаху алейхи салям, то кого ей ревновать? Присыпается и видит пророк Мухаммад саллаллаху алейхи салям фил масджид. قد انتصفت قدماه يقول في سجوده: اللهم أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. Застал его в мечети пророк Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям. Пятки его лопались, то, что много выставил в намазе. И говорил в сажде: «О Аллах, я прибегаю от твоего гнева к твоему удовольствию, от твоего наказания к твоему прощению, от тебя к тебе. Я не смогу полностью восхвалить тебя». Здесь пророк Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям проявил адаб с Аллахом. То есть я не смогу полностью восхвалить так, как полагается. Ты так, как себя, о себе сказал, как о себе напомнил нам в Коране. Поэтому наш пророк Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям призывал. Аллах Субхану ва Тааля любит прощать. И Аллах любит тех людей, которые, если согрешили, то просят у Аллаха покаяния. Аллах Субхану в Коране говорит: «Валлаху юриду ан ятуба алейкум». Аллах хочет простить вас. Аллах хочет меня простить, брат, тебя простить, всех нас простить хочет. Так мы должны спешить к прощению Аллаха Субхану ва Тааля. Аллах любит тех, кто каются. Валлаху юхиббу тауабин. Аллах любит тех, кто просит у Аллаха Субхану ва Тааля прощения. Но Аллах кого не любит? Валлаху ля юхиббу аль-мустакбирин. Аллах не любит высокомерных людей. Поэтому Аллах Субхану ва Тааля простил Адама алейхиссалям, но не простил Иблиса. Почему? Потому что у Иблиса был грех истикдар. «Ана хайру минх». Он говорит: «Я лучше, чем Адам». А у Адама, алейхиссалям, был дайф, слабый. «Хулика линсану дайф». Человек сотворен слабым, шахва. Поэтому он съел запретного плода, попросил Аллаха покаяния, попросил, и Аллах простил его. И в конце хотел сказать хадис Кудси. Иблис, он поклялся Аллаху Субхану ва Тааля и сказал: «Ва иззатук, ва джалалук, ла أغوينهما دامت الأرواح في أجسادهم».
Иблис поклялся Аллаху и говорит: «Я клянусь твоим величием, я Аллах Субхану ва Тааля, твоим почетом, я буду сбивать твоих рабов с прямого пути до тех пор, пока их души будут в их телах». Аллах Субхану ва Тааля аджаба аля Иблис. Аллах Субхану сказал: «Ва иззати, ва джалали, ла астагфиранна лахум макану астагфаруни». Я клянусь своим величием, я клянусь своим почетом, я буду их прощать до тех пор, пока они будут у меня просить прощения. Прошу Аллаха, чтобы мы все были из тех, кто над кем Аллах Субхану покаялся. Каждую ночь Аллах смотрит на нас сегодня. «Халь мин таибин фа астагфира ла». Если кто просит прощения, я прошу его. «Халь мин саилин фа утия ла». Если кто ли просит, я дам ему. «Хам мин даин фа астаджиба ла». Если кто просит дуа, я отвечу на его дуа. Также хотелось поблагодарить посольство Катара, самахту шейх, سمو الشيخ أحمد، نشكركم من صميم قلوبنا على ما كل تبذلون من جهدكم لإفطار الصائمين على شكل السنوي. فوالله شيخ هذا الكلام أقول من هذه المنصة، أقول من صميم قلبي، وسوف أسأل عنه يوم القيامة. والله يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. إحنا ولله الحمد والمنة كم خلطنا من الوزراء ومن الوجهاء ومن كبار الشخصيات، ولكن والله ثم والله لما نقعد بحولكم وكونكم شيخ نذكر حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تواضع لله رفعه الله. وقال صلى الله عليه وسلم: حرم الله على النار، حرم الله على النار، أي لن يدخل النار كل سهل لين قريب من الناس. فهنيئا لكم تمثلتم بأخلاق المحمدية، فهذا نبيكم صلى الله عليه وسلم. تأتيه المرأة أجوز عجوز فتستحي من النبي صلى الله عليه وسلم بأبي وأمي هو، فيمد يده الشريف يمد يدها الشريفة فيقول: لا تستحي مني، فإنما أنا ابن امرأة كانت تأكل القديد بمكة. فطبتم بخير، دمتم بخير، ما استقريتم على هذه الأخلاق الرفيعة، فجزاكم الله خير عنا جزاء خير الجزاء. ولا الله سبحانه لا يحرم من لا يحرمكم منا ولا يحرمنا منكم. شكرا ثم شكرا ثم شكرا. طبتم بخير وعاشت القطر، وجزاكم الله خير.